сентябре 2021 года в состав ВМС НОАК вошел эсминец типа 052D «Гуйлинь». Характеристики эсминца типа 052D. Экипаж 280 человек, водоизмещение 7500 тонн, длина 157 метров, модернизированного 161 метр. Мощность ГЭО 62 тысячи лошадиных сил для газотурбинных двигателей, по другим данным до 76 тысяч, и 13 142 лошадиных силы для дизельных двигателей. Тип 052D является глубокой модернизацией типа 052C и дальнейшим развитием типа 052B. Вооружение эсминца типа 052D. 130-мм артиллерийская установка. 8 УВП на 64 ячейки, по 4 модуля в носовой и кормовой части корабля. Для ЗУР корабельного ЗРК большой дальности семейство HHQ-9, ЗРК средней дальности HHQ-16 и DK-10, по 4 ЗУР в ячейке. Или для противокорабельных ракет YJ-18A, YJ-83 и сверхзвуковых YJ-12A. Или для противолодочных ракет U-8, или для крылатых ракет CJ-10. Одна пусковая установка ЗРК малой дальности HHQ-10 на 24 зенитные ракеты. 11-ствольная 30-мм арт-установка. На первых кораблях установлены 7-ствольные арт-установки. 2 трехтрубных торпедных аппарата. И ангар для вертолета К-28, К-31, Z-9C или Z-20F на модернизированных эсминцах. Дальность противокорабельных ракет до 540 км. Дальность систем ПВО 150, возможно больше. Дальность ПЛО 30 км, возможно 40, а крылатых ракет до 2500 км. С начала серийного производства тип 052D получил несколько модернизаций. Так, начиная с 9 корпуса, эсминцы получили 11-ствольную 30-мм арт-установку HPJ-11 вместо 7-ствольной HPJ-12. Начиная с 14 корпуса, эсминцы получили удлиненную на 4 метра корму для базирования вертолета Z-20F, а также новую РЛС вместо старой типа 517. Данная модернизация получила неофициальное название 052DL. Строительством кораблей типа 052D занимались две верфи. Дзянанский судостроительный завод на острове Чанцин в Шанхае. На нем было построено наибольшее количество кораблей. И Ляонин Шипьярд в Даляне. К концу 2021 года ВМС Народно-освободительной армии Китая получили 20 эсминцев типа 052D. Из них 13 первых двух партий. В 2018 году был передан Нанкин. Первый эсминец типа 052D, получивший 11-ствольную арт-установку HPJ-11. Также с 2020 года ВМС НОАК получили 7 модернизированных эсминцев типа 052DL. Еще 5 кораблей были спущены на воду в 2019-2020 годах. Планируется, что 4 корабля будут переданы до конца 2021 года, а пятый в 2022. Эсминцы несут службу на всех трех флотах ВМС НОАК. Южный флот получил 8 кораблей, в том числе 2 удлиненных. Восточный флот 5 кораблей, в том числе 2 удлиненных. А Северный флот 7, в том числе 3 удлиненных. Если вам понравилось, не забудьте подписаться, поставить лайк и написать в комментариях свое мнение о современном китайском эсминце.